Значит, я, собственно, доклад в том, вот как, так сказать, как он у меня получился, в основном, так сказать, главное его свойство – это попытка догнать ушедший поезд, при том, попытка, в общем, в основном неудачная, потому что, так сказать, ну вот я попытался действительно на материале Гумилева что-то сделать, но, значит, все, что, так сказать, каждый раз, когда я вот, ну вот возьму это, оказывается, что это уже, так сказать, вполне взято и разработано. Как-то в основном я попадал вслед в буквальном, так сказать, вот в эдуистском смысле, вслед Татьяны Владимировны Цивьян. Значит, потому что я предполагал, сейчас, простите, это, я предполагал начать со стихотворения «Камень». Ну вот, тут еще беда с Гумилевым в том, что, так, это еще что такое? С Гумилевым в том, что, значит, эти, что стихи, которые мне приходится цитировать, в основном это такие балладные стихи, как видите, очень длинные. Я, так сказать, не, ну, я, значит, в общем, об этом стихотворении достаточно много написала и напечатала уже Татьяна Владимировна. Я, ну, есть еще автоперевод этого стихотворения на французский, вот, но, так сказать, ну, по естественным причинам не менее длинный, значит, но тоже ничего особенно интересного я из него не извлек. Если продолжать, так сказать, эту линию, вот так, сюжет стихотворения «Камень» и тему такого вот камня как некоего демонического активного существа, то интересно развитие этого текста, развитие этого сюжета в позднем стихотворении, это стихотворение 16-го года, значит, напечатанное только в посмертном сборнике. Ну вот здесь большую часть этого стихотворения «Всадник ехал по дороге, было поздно, выли псы, волчье солнце, месяц строгий, лил сияние на овсы, и внезапно за деревней белый камень возле пня испугал усмешкой древней задремавшего коня». Собственно, этот эпитет как бы сжимает сюжет вот этого старого камня 8-го года. И дальше, собственно, все стихотворение, так сказать, все стихотворение посвящено вот этому, значит, «Тот метнулся темным бредом, вдруг взорвался в душу сам, древний ужас, тот, что ведом в мире только лошадям», ну и так далее, вот это все. Значит, но, тем не менее, в конце стихотворения камень появляется снова. «Утро камень у дороги робко спрятал свой оскал, волчье солнце месяц строгий освещать его устал». То есть, так сказать, ну вот окончание этой скачки, вот всего этого, значит, ну, кошмара, если можно это слово применять к животным, значит, так сказать, ну, оно тоже связано с
так сказать, негативным действием того же камня. То есть, так сказать, камень все время остается этим активным началом, но, значит, вся, так сказать, такая, вся как бы эксплицитная, примитивная мотивировка, которая в камне играла такую вот основную роль, она здесь снята, и, собственно говоря, ну вот по рецепту Владимира Соловьева мы как бы и не знаем, так сказать, что это, что произошло, имеет ли это какое-то, так сказать, мистическое объяснение, или это, ну, вот такая игра месяца на камне. Значит, теперь в контексте немножко другом аспекте камень не как предмет, а как материал, значит, очень значительную роль этот мотив играет в гумилевском переводе, нельзя ли как-нибудь убрать эту офис, значит, переводе искусства Теофиля Готье. Значит, тут особенно важно, ну вот, начало, да, искусство тем прекрасней, чем взятый материал, бесстрастней, стих, мрамор или металл. Значит, скульптор, не мни покорной и мягкой глины ком, упорно мечтая о другом, с поросским или курарским борись обломком ты, как с царским жилищем красоты. Это жилище красоты потом проявится более отчетливо, тоже в каменной теме. Рукою нежной брата очерчивай уклон, Агата, и выйдет Аполлон. Это, в сущности говоря, так сказать, такой, ну, на миниатюризированный тезис Микеланджело знаменитый, да, что, так сказать, что памятник уже содержится в мраморе. Но здесь он, значит, вот, ну, реализован на примере Агата, который, так сказать, такого размера, о котором говорит Микеланджело, не бывает. И поэтому, ну, во-первых, значит, так сказать, в сторону замечу, что рифма брата Агата может быть одним из источников муравьиный брат Агат в стихотворении Мандельштама о камешках «Вершу таинственный обряд». Значит, ну, так сказать, явное воспоминание о Коктебеле здесь, по-видимому, должна фигурировать как-то и цветаевская тема. Но, значит, второе важное обстоятельство, ну, вообще об этом муравьином брате сейчас интересно писал Федор Борисович Успенский, значит, но там у него другие несколько объяснения. Значит, и меня вот этот переход от мрамора к агату интересует, в частности, потому что, так сказать, ну, если, так сказать, пытаться суммировать, пытаться как-то обозреть тему камня у Гумилева, то, значит, то важно то, что это вот камень как, так сказать, нечто большое, грозное и, так сказать, ну, годящееся для скульптуры, дополняется темой камней как драгоценных камней. В частности, вот в этом стихотворении меня интересует только первая строфа. Вот, алмазы, яхонты, рубины, стихов ему рассыпать лень. Ну, значит, тут много интересных отголосков у Мандельштама, но не в связи с камнем, а там вот это «Лелея детские обиды на неосмысленных людей». Значит,
естественно, находит всякие аналогии. Но интересно то, что я об этом писал в сборнике «В честь Богомолова», что, по-видимому, эти алмазы, яхонты, рубины – это пушкинская строка в послании к Юдину: «Доволен скромную судьбою и думаю, к чему певцам алмазы, яхонты, топазы». При том, что, конечно, так сказать, вообще тема этого стихотворения, вот с его финалом, это, конечно, так сказать, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И, по-видимому, в случае с Гумилевым можно, видимо, думать и о стихах Алексея Толстого, вроде «Мой строгий друг, имей терпение», «В жизни светской, в жизни душной» и так далее. Значит, в этом контексте интересно еще одно стихотворение, в котором, значит, уронила девушка перстень в колодец, колодец ночной, простирает легкие персты к холодной воде ключевой. Возвратимый перстень колодец, в нем красный цейлонский рубин, что с ним будет делать народец, тритонов и мокрых ундин. В глубине вода потемнела, послышался ропот и гам, теплотою живого тела твой перстень понравился нам. Мой жених изнемог от мухи, и будет он в водную гладь погружать горячие руки, горячие слезы ронять. Ну и так далее. С человеческой кровью, с кожей понравился нам твой рубин. Мой жених, он живет с молитвой одной любви, попрошу и стальной бритвой, откроет он вены свои. И, значит, вот этот финал: просто золото краше тело, и рубины краснее, чем кровь. Значит, вот это, так сказать, такая вот, ну, опять-таки, на миниатюрном, ювелирном, так сказать, уровне, вот та же тема, так сказать, крови как, так сказать, составной части камня, или его, если угодно, его эквивалента. Надо сказать, что только сейчас, произнеся это вслух, подумал, что есть знаменитый исторический пример. Это тот камень, который был назван ценой крови Грибоедова. Драгоценный камень, присланный шахом Николаю Павловичу. Значит, вот. В сущности, так сказать, это вот все, что я пока что говорил, в основном, так сказать, демонстрирует скорее ну, отсутствие каких-то интересных выводов. Более интересный в этом смысле прозаический пример из первой, собственно говоря, прозаической вещи Гумилева «Гибели обреченные». Она была напечатана в первом-втором номерах журнала «Сириус», который он редактировал в Париже. И надо сказать, что ну вот я так сказать, предлагаю прочесть этот кусочек. Он интересный в нескольких отношениях. В нынешнем собрании сочинений, значит, к этой прозе, как это назвать, это, видимо, неоконченная повесть, посвящены много страниц, напрашивается слово «словоблудие», потому что содержательно, так сказать, ничего из этого комментария извлечь нельзя, кроме большого количества ссылок на Папюса и Блаватскую. Значит, но в сущности ничего к этому эпизоду сказано, что вот если, значит, первый человек получает имя от камня, что не совсем точно, то это можно сопоставить с Святым Петром. Ну, не слишком убедительная идея.
Более важно то, что вот этот эффект первого имени, конечно, перекликается с поэмой «Начало» Гумилёва, с, так сказать, с эпизодом ключевым в первой песне этой поэмы, эпизодом произнесения первого слова. Ну, первым словом является «Ом», значит, в этом сюжете, но, так сказать, это тот, так, ну, вот такой сюжетный коррелят того, что сказано в стихотворении «Слово». Значит, это тут есть интересная проблема, потому что вопрос о соотношении слова и имени – это реальный вопрос, в частности, осознанный в экмеизме. То есть какие именно, в частности, он выступал, так сказать, в виде того, какие слова являются собственными именами. Например, у Мандельштама, несомненно, «Солнце» – это собственное имя, так сказать, все поведение этого текста в стихах говорит о том, что это имя собственное. Но здесь интересно вот что. Отголосок этой темы мы находим в декларации Кульбина, что есть слово, вторая декларация слова как такового. Один из пунктов выглядит так. Слово, имя, в скобках, наречение и примечание. Это положение, выработанное совместно с Осипом Мандельштамом. Значит, имя Трэмогаст, ну, как бы сказать, взывающее к комментарию, но пока что его так и не получившее, я переписывался по этому поводу с Романом Дмитриевичем Тюменчиком, но даже он ничего особенного не предложил, так вяло согласился с моим предположением, что это может быть, так сказать, ну, такой адаптацией слова «трисмегист», которое было бы здесь уместно. Но, так сказать, я сам понимаю, что это такая соломинка, которая не спасает. Но, значит, этот самый «трэмограст», то есть, вернее, это имя, появляется еще в одном тексте Гумилёва, причем как раз на этот раз из самых поздних. Это историческая картина, я бы закавычил эти слова, поскольку это жанр, заказной жанр, так сказать, по заказу всемирной литературы. Это инициатива Горького представить, так сказать, историю человечества в виде доступных драматических, вот, исторических картин, ну, в частности, там, у Блока есть, так сказать, и серьезные, и комические попытки в этом направлении. Значит, историческая картина Гумилёва называлась «Охота на носорога», и в ней, значит, тоже фигурирует Трэмогаст как наиболее сильный охотник. Этот текст для нас не совсем безинтересен. Я хотел бы в связи с вот странным этим эпизодом в «Гибели обреченные» отметить вот что. Значит, не только нет уверенности, но просто трудно даже предполагать, что Мандельштам мог знать эту раннюю повесть Гумилёва. Ее, несомненно, знала Акматова, которая сама всерьез и печаталась. Но, значит, тем не менее, вот этот эпизод, который вы видите, он находит несколько аналогов в несколько аналогов у Мандельштама, а именно это прежде всего знаменитый пассаж в «Утре акмеизма»,
Значит, вот этот, эта фраза про Владимира Соловьева и финские валуны, это цитировалось в, так сказать, в докладе Татьяны Владимировны о валунах, о валуне. Я надеюсь, об этом слове еще, если хватит времени, сказать. Значит, но голос материи в этом неожиданном падении звучит как членораздельная речь, выглядит действительно как пересказ гумилевского эпизода. Значит, мало того, непосредственно за непосредственно перед этим, непосредственно перед этим, у Мандельштама идет такой пассаж. Значит, вот ссылка на каменный век, как бы, ну, так сказать, если бы мы вправе были предполагать знакомство Мандельштама с этим текстом, то каменный век как бы указывал бы на именно этот источник. Мало того, еще ползает на четвереньках, тоже в этом контексте могло бы читаться как отсылка, потому что в пьесе Гумилева, а ее-то Мандельштам как раз знать должен был, в пьесе Гумилева, значит, женщинам полагается ползать на четвереньках в присутствии мужчин. И там, значит, есть такой небольшой сюжетный конфликт, который возникает на этой почве. Значит, еще один текст, который прямо, так сказать, соотносится с этой темой падения камня и слова, это вот этот, вот это стихотворение, четверостишее 1937 года, причем, значит, есть довольно подробное обсуждение этой темы падения стиха в живом журнале Безродного. Там довольно активно это обсуждалось, в основном в связи с вот этим текстом Вагинова. Ну, значит, из этого текста самым крутым быком напоминает и как пес, раздавленный быком в первом из цитированных стихотворений Гумилева, и, так сказать, те соображения о животной символике, которые приводила Татьяна Владимировна в связи с валуном и возможными его этимологиями. Значит, наконец, есть еще один текст, явно пересекающийся, ассоциативно связанный с этими же вещами. Это сонет 13-го, если я не ошибаюсь, года, значит, который обсуждался подробно. Ну вот Ликманов о нем писал, Ранен. Ликманов подозревал здесь фигуру Надсона. В общем, я, правда, думаю, что он связывался с деревом из-за слов «деревянной поступью монаха». Я-то думаю, что деревянная поступь относится просто к деревянным сандалиям, а вовсе не к какой-то неестественной походке. Значит, теперь я бы хотел еще сделать несколько таких разрозненных замечаний по поводу, значит, вот другой мотив, которым я тоже хотел заняться и тоже обнаружил, что он уже, значит, в сущности исчерпан Татьяной Владимировной. Значит, это валун, слово валун. Я пошел тем же самым путем, то есть я просто честно
посмотрел валун в корпусе. Но я бы сказал, что, может быть, интереснее было бы попробовать после того, что, вот, так сказать, после той картины, которую сделала Татьяна Владимировна, несколько представить немножко более грубую схему. То есть, собственно, она сводится к тому, что валун постоянно выступает то, как, ну, как бы синхронно он неподвижен. И предельным, так сказать, ну вот на, в частности очень много контекстов, где валун, на валун садятся, становятся и так далее. Но, значит, такой вот крайний случай – это вода, которая обтекает валуны. Вот валуны стоят неподвижно, а вода движется. И, естественно, что, значит, ей противостоят валуны, которые движутся водой. То есть это в пределе. Значит, вот тут-то как раз и интересно, что адиахронически валун – это как раз то, что двигается. Причем, в частности, в так называемой, ну вот, я вот здесь некоторые примеры я выписал, это, значит, те стихотворные тексты, в которых так или иначе упоминается ледник, как вот такое вот объяснение этого движения валунов. Значит, как другое снятие этой оппозиции, да, так сказать, вот камень-вода пресловутый, это водяной валун Пастернака. Сегодня пригород прискорбий. Из саду под рассадой ветра погнал ледяной валун, водяной валун, но бражно брежущему центру простил и этот гнет горбун. Значит, это интересно. Значит, ну вот водяной валун явно, так сказать, нечто несуществующее, да, но чисто метафорическое, но, значит, но вот таким любопытным образом, значит, вот, так сказать, снятие этой оппозиции у Пастернака. В этой связи очень любопытно обратить внимание на этимологическую фигуру вот в этом тексте Пастернака. Значит, это хор духов в первой части Фауста. Он начинается «Рухните своды каменной кельи». Значит, вот это, значит, интересно вот что. У Гёте такого сравнения нет. У него гораздо более запутанная метафора. Значит, да, здесь, ну, этимологическая фигура валит на валуны, это понятно. Да? Значит, у Гёте гораздо более запутанная метафора, вот ее, вот она в оригинале, но, значит, я думаю, удобнее показать ее в точном переводе Холодковского. Значит, вот, то есть вот этого, так сказать, такой вот четкой, четкой параллели, которая представлена у Пастернака, у Гёте нет. Вино стекает само с вершины гор в озера, и при этом сравнивается вовсе не с валунами, а с их, так сказать, противоположным, так сказать, полюсом, с драгоценными камнями. Вот. И, значит, наконец, я хотел еще одну мелочь заметить. Куда-то она у меня пропала. Сейчас я покажу ее на экране. Значит, дело в том, что этот самый
значит, на набор текстов. Да, вот еще любопытный отголосок, такой, значит, частный случай, это довольно широко представленная метафора «валун-голова», метафора или метонимия, вот у Нарбута это чистая метафора, значит, ну вот у Горького сравнение, у Маяковского чистая метонимия. Значит, но, ну вот еще интересный пример из Городецкого к теме рождающего камня, о котором писал Вячеслав Всеволодович. И, наконец, значит, вот последнее, что я хочу сказать, это то, что, значит, когда вот перебираешь все это самое, весь этот набор стихотворных цитат в корпусе, в стихотворном корпусе, то последние три примера, то есть самые ранние по времени, следующие. Значит, особенность лермонтовского примера в нетривиальном ударении множественного числа. Значит, все источники, включая словарь XVIII века, там всего два примера из прозы Ломоносова научной, всегда множественное число дает только, значит, ударение на флексии, валуны, валунов и так далее. Значит, у Лермонтова ударение валунов, но вот что интересно. Следующее по времени стихотворение «Мия» дает тоже ударение. И Наталья Александровна Яськова в книге о, значит, словообразовании, сейчас я, кажется, у меня не выписано ее название, дает тоже только два эти примера для ударения на валуны, но интересно то, что третий по очереди пример прямо восходит к Лермонтову. Это тут, так сказать, это вполне очевидно, что Языков, так сказать, просто повторяет дары Терека, но уже с новым ударением. И это ударение остается, значит, во всех последующих по времени примерах. Все. Воспользовавшись тем, что тут многократно упоминался Мандельштам, сказать, что ну вот, в виде отсутствия в доссеминаре доклада о камне Мандельштама, вот я предлагаю такую тему. Уже был. Был. Да. А что касается Гумилевской темы, то я хочу напомнить, что согласно общему мнению, название сборника предложено Гумилевым. Совсем нетривиально было увидеть среди стихов 13-го года камень как титульный персонаж сборника, тогда как сам Мандельштам предполагал назвать сборник раковиной.